И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусь, Санек, Флавик, Профит, Серега и Тучка. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Ассаламу алейкум, братья. Всем здравствуйте. Ребята, всем нравится рубрика, когда мы убегаем от толпы некс-ботов. Это пак называется мемы. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ну что, пацаны, эта серия будет очень жесткой. Кстати, на этой карте мы подкрутили немножко гравитацию, чтобы мы более лучше убегали и даже немножечко летали. Первый пошел у нас Амогус. Кстати, звук такой сделан, как будто он пополам бежит. Это искусственный интеллект. А теперь я включил. О, Серега, ты знаешь, что тебя в этом ролике ждет? Ты ж не записывал с нами мемы. Так я Nexbot, я знаю Nexbot. Вот, а тут есть прям жесткие вообще. Да я знаю. Давай умирай сразу, пожалуйста. Не-не-не, а ты не, давай постепенно. Он этого Балди поставил. Кстати, он за мной почему-то бежит. Вот это жесть. Ай, молодец. Ай, молодец. А давайте еще поставим. О, у нас есть такой аух какой-то. Прикольно. Вот это жесть. Нет, это не Абунга, кстати. Сейчас Абунгу. О, давайте Абунгу реально поставим. Так, у нас где-то Абунга вот здесь. Вот сейчас мы найдем. Здесь очень много их, просто нереально. А вот. О, давайте Фредди еще лупанем. Фредди пошел. Да. Так, а где же, подождите, Абунга? Вот Абунга. И Абунга. Дима, мне страшно. Мишка Фредди за мной бежит. А, он не сильно мочит. Одного раза. А, Дась? Не знал, Дима. А, ты мне тайну рассказал. Какая толпа. Еще давайте ставим. Давайте еще поставим каких-то стрёмных. Во. Больше. Амбуш. И еще. Ой-ой-ой-ой, рядом. А они все за мной бегут. Я хочу, чтобы они тебя убили. Ты же, Серега, еще ни разу не умер от них. Нет, пока что нет, но я сейчас сдохну. Дурак, что ли? Ага, это ты был? Это не ты был. Вот, стоять! Стоять! Мочите его! Все, есть, замочили. О, Фредди, кстати, очень классные звуки сдает. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. Так, я думаю, что это слабо. О, кстати, вот это вообще читерский код. Серега, от этого кота, конечно, вообще никто не убежит никогда. Ого! Он к нам идет? Он к нам не идет. Дима, это срака, он быстрый очень. О, он к нам залез. А мы тут стоим, выживаем спокойно, никто нас не трогает. Че, больше мне не будешь под трачники профит бить? Эй, Серега! Не, я перейду. А, да блин! И звук такой стрёмный. Это жизнь. Я специально подманил его. Ты отвлек его. Не, чтобы он к вам пошел. А, хорошо, Серега, уговорил. Блин, ты вовремя прыгнул, я на тебя поставил NPC. Вот это жесть. Что делать? Да не, а, что делать? Пердеть и бегать, умеешь? Он сзади! Вот этот бегает, блин, своей этой штукой бьет указкой по руке. Прощайте! Не прощайте! Отлично. А подлагивает? А, это из-за кота. Давайте кота удалим, потому что кот какой-то реально читерский. Да-да, это кот, он очень нагружает систему. Так. Балди ходит. Ай, блин! Я с ним прям поцеловался. Поцелуй смерти называется. Да, ты же был в скине Балди. Так, а, кстати, да, надо было брать братушку своему, мне не убивал тогда. О, давайте еще поставим Unnosing Dog. Ой, какие-то пердежи, разные звуки такие прикольные. Это жесть. Ух ты! Откуда ты взялся? Мишка Фредди тебя нахуй. Ой, Серега умер, отлично. У нас есть Спанч Боб тут? Да. А я не вижу его, сейчас найдем. Вижу. Поставил такой звук обдрещания, как будто кто-то обдрестался. Не убежал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это жестик, поехали. Я не боюсь никого, я на деревья посижу. О, так они меня не убьют. Парни за мной, тут вообще жесть. Так, давайте еще добавим, давайте Соника добавим. Соника, давай. Это не Соник, пошел. Это Саник, Дима. Это Саник? От слова Саки? Саня. Это жесть. Это, кстати, не простой Саник. Это знаешь, какой Саник? Это Саник. Да блин. Так, я тогда иду в здание. О, хорошо, что сзади никого нету. Ай! Ты что? Да ну, а как ты хотел? Они просто видят, кто самый сильный игрок, затем бегают. Да нет, а дают нам шанс.
Так, давайте еще ставить. А кого еще поставить? О, Серега, ставлю твоего любимчика. Дима, а там, а поставь? Санис, не Санс, а Санис. Давай Мистер Биста. О, давай Мистер Биста, вот, поехали. Так, пошел. О, все, а я не сдохну. Вот Дим, ты смотри, трэш. Дим, смотри, я до тебя сейчас долечу. Давай. Это его копия. Дима, так, лови меня. А где ты? Я тебя не вижу. Я сверху. А как ты долетел туда? Через... А, с базукой? А, да, я понял, да, базукой можно. Так, ставим еще. Так, о, давайте доги еще поставим. Доги полетело. Так, я попробую на вышку запрыгнуть. Опа! Я уже выживший теперь, да. Отлично, отлично. Серега, я на вышке посередине, на желтой. Вот ты должен с ней орут все. Ты какой-то трэш. О, а как ты долетел? Тоже допрыгнул легко? Как вам эти звуки разные? Я не слышу почти. Я даже ничего не слышу. Полетел я, прощайте. От этого жесткой вакханалии надо текать. Так, ура, наконец-то немножечко смылись. Еще вообще они до нас бы все равно добрались. Так, а кто что? А патроны кто-то себе выдал? Так, мне кажется, это слава, надо еще добавить. А можно я в уголке посижу, Дима? Ну да, сиди, сиди. Спасибо. О! О, говорю, о, тут их столько. О, давайте поставим фугиры, как похоже на стреноголового, что ли. Отвали, 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 смотрите, сейчас. Так, еще да. Ай, блин! Я его испугался, он такой стрёмный. И когда убивают, такие звуки издают. Так, доги, доги. За мной? Нет! Мимо, 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 все прошло. Ты где, Дима, я тебя убью. Не надо меня убивать, ты чего? Знаете, еще скажите спасибо, что они не телепортируются. Ай! Как абунги. Абунги вообще ты пэхаются. А вдруг? Ой, да, звук такой стрёмный. Так, а где Серега? Я Серегу не вижу. А он на вышке. Ой, тут стоит. На вышке? А где на вышке? Не вижу его. Серега на красный. Ай! Ой, извиняюсь. Они везде. А, вижу, вижу. А прикиньте, было бы страшно, если бы Балди тэпался. Вот именно. Вот Серега вовремя ушел, я на него и поставил NPC. Пофигте. Это жесть! Я уже штук 20 поставил. Это даже больше поставил. Это даже больше, да. И всех разных. О, кстати, Абонга телепортирует. Смотри, как он появился. Ай-яй-яй, аниматроник убил меня. Меня Абонга убил. Да? Да, потому что он телепортировался ко мне. А хватит орать. Все телепортируют. Дуги нет, дуги нет. Ох, Серега, ты сальтухи крутишь. А говорил, сальтухи не умеешь крутить. Да. А кто орёт так? Так, давайте еще поставим. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас. Дайте, это жесть! Это... О! PewDiePie! Погнали! А что ж вы орёте так? Прыжочек. Кого-кого? Не хочешь плохих томов? А, ну давай, Серега, можешь ставить. Нет, это фраза Санес. А, плохих. А, я понял. Это за PewDiePie ты сейчас говоришь? Нет, Санес. А, Санес. Понял, понял. Санес, Санс. Ну тут он Санес. 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 Это персонаж сеньора Пелла. Так, я тоже буду, где Санес. Серега, ходить. Ай! Я на вышке. Все, так, тихонечко ходил себе. А где ты на вышке? Я бегаю. Вижу, вижу, я Серега, где ты. Эй, блин! PewDiePie убил меня. А ну блин, этот... А не бойся, не бойся. Он кидок, все. О, гусь с базукой, пойдет, все четко. Да. Так, вижу Серегу, сейчас мы ему сделаем западлянку небольшую. Офигеть, я буду бегать. Ты будешь бегать? Да. Ой, Дима, прям под тобой. Да? Дим, бери, прям под тобой. Дим, бери тоже базуку и летай. Не-не-не-не-не, я лучше вот так вот. Вот тут они меня, кстати, не достанут. А все, я выживший. Ой-ой-ой, забираю свои слова назад, достают везде меня просто. Дима, а ты тащильщик получается, да? Ну да, да. А че я тащильщик? Дима уже смешарик. А кто в то здание не забоится зайти? Я пойду зайду туда. Я. Ты-то не ору там все, ребята. Они там на полу посадят. Ого! Ай, зараза! Еще один в здание зашел, они все в здании. А что он орёт? Заколебал. Они, получается, кто-то на крыше стоит, они хотят его убить за одним все.
Ну, давайте попробуем с помощью базуки тоже к ним подлететь. Они выбежали. Они вышли на улицу. О, Саки вышел. PewDiePie меня опять убил. Саки вышел. Я мистер Бист убил. Ага. А я PewDiePie. Вот это движуха. О, я сдох. Красиво летит. Так, добавляем еще. Добавляем. А к вам еще добавим? О, вот, я нашел. Погнали. Че, еще добавлять, пацаны, или нет? Давайте еще добавляем еще. В Роблоксе, кстати, есть такой режим на эту тематику. Ум, я Роблоксера добавил. Так. Тима, а что там за забавка в красном платье делать? Это жесть просто. А, все, я не могу даже возродиться. Да не бойся. Так, Серега еще живой. Я вижу, мало умирает. Серега. Получается, что у меня больше всех убийств? Да. Профит, ты должен перегнать меня. Я не должен быть самым проигранным. А, ё-моё, что они меня убивают? Да потому что жизнь такая воровская, Дима. Я понял. Вот это движ, там хотят убить. Дима, я не исключение. Чего? А что ты там по бортику бегаешь? А, я специально так делаю, хочу повыживать. Но они могут и тут достать. Смотри, толпа пошла. Надо текать. Так, давай. Куда пошел? Сюда. Не вижу Серегу. Где же Сережечка у нас? Так, я бегаю. Жак? Горю. Дима, он не бегает, я прям с ним стою. Я бегаю. Ну и правильно и делает. Он хочет просто выиграть. Потому что я знаю тебя хитро задумал. Я хочу так сделать. Это кто? О, футболист какой-то. Это кто у нас был? Кристиано Рональдо, да. О, присядничаешь, как и я. О, хорошо. Да не надо. Сам себе поставил, не, я удалил. Я сам, я теперь тебе сам буду это ставить, как ты мне. Тебя бы найти еще. Не надо. Ну нафиг, надо валить. Долечу. Отлично. Я по смертям второе место. Да? Я уже, кстати, не на последнем месте. А, не, на последнем. Я на втором месте только. Нет, я на втором. Пошел, блин, я вот этот звук услышал. Это, Серега, не ты его поставил мне? Нет, это был. Понял, опа, Фрейд. Я сам пошел. О, смотрите, посреди карты выживай, никого нет. А, нет, забирай свои слова назад, Абунга за мной. Абунга, отвали. Я сейчас умру. Давайте, Дим. Не за мной все. Я за. Какой звук прикольный. Прощайте. Да, блин, убили, у меня головой вывалился в стенку. Отлично. Я пока мешто. 32 убийства, что ж такое? Да хватит меня убивать, пацаны, вы чё? Ну все, Серега выиграл автоматически, это 100%. Так, сейчас я удалю всех и поставлю парочку очень читерских. Так, а кто-то еще поставил? Я видел Абунгу, не? Мне показалось. Так, ребята, ставлю сейчас очень-очень мощных. Это черный кот. Он настолько быстрый, насколько это возможно. А почему у меня только кот катался в богах, что это баг? 4. О, опять эти. 5. Все, 5 штук. Ты что, по мне стрелял? На тебе за это. Я хотел тебя напугать. Нет, а я тебя хотел убить, и это сделал. Ой. Серега! Не. Сережечка! Не. Эти коты реально быстрые, смотри, что они делают. Это точно кот? Ну, похоже на кота, похоже, да. Похоже, Angry... это не Дим. Angry Munch. А, отвали! Такие звуки прикольные издают. Я вижу, никто не умирает, они ничего не убивают. А, не убивают. Профит. Так, у меня 32 убийства. О, мы с Профитом одинаково тащим. Вот это он прыгает. А! Ничего, получил. Да, ну я специально поддался, ну. Что за звуки какие-то? Ну это они издают такие звуки. Вот это он быстрый. Это какой-то. Это вообще нереально убежать. Отлично. Вот это меня не достанет. Так. О, надо, кстати, да, с помощью базуки полететь. Нексбот это не Тима на штука. А чё? У
умираешь сильно много, так же, как и я. Ну так потому что я подаюсь. Ай-яй-яй, а мне что-то больно. Да не бойся, не бойся, не больно. Я боюсь, мне кажется, что мне больно. А, это что, он другой уже? Тут разные коты, что ли, есть? Это Серега, похоже. Они читеры. Они спидхак включили. Вот это жесть! Шалунишка. Так, у меня сколько? 35. А блин, я что, проигрываю в этом ролике? Да. А у нас, кстати, в этой рубрике надо больше всех умереть, тогда выиграешь. Ага. Ладно, ладно. Так, вот тут меня никто не достанет. Все, я, кстати, нашел место, что меня никто не тронет. Странно, почему я в плаще смотрю на этих текстботах, меня лагает, когда на улице не лагает. Да? Да! Да ты смотри, что делается! Ай-яй-яй, не больно. Да они нереально быстрые. Вот именно. Я даже ни разу не понимаю, откуда он пришел. Дима, Банник, у них спидхак. Реально. Ой-ой-ой, красиво себя подкинул базукой. Видишь? Отлично, отлично, перелетел с половину карты. Ой. Дима, баня тех нексболтов, у них эти... О, Серегу вижу. Серега, я пролетел мимо тебя. Я вижу. Опа! Чертили. А че ты стоишь? Ага! Стоять! Не надо! Стоять! Вот, убивайте его, он на крысу стоял. Вот он, мочи его. Мочи. Да ну что там поравнять силы? А, у тебя сильно мало смертей. Ай, да ё-моё, да что ж такое, я неадекватный. Не трогай меня. Так, хорошо. Серега, хоть ты мало раз умер. Да, Серега сегодня выиграет. Я не умру в туалете. А ты попробуй не выиграть. Может получится. Ну ракету запустил. Серега, ну ты там будешь и пусти туда ракету. Мне интересно, вот эти коты, они умирают от вообще от взрывов? Нет, они бессмертные. Нет, это нексботы. А я же мы нексбот уже смертных поделали, я видел уже моды. Не, а их это знаешь, что может упустить? Так нечестно. Да ну чё нечестно, я же тоже умираю вместе с вами. Я просто думал, что их всё-таки убивают ядерные взрывы, но их не убивают. Короче, будем считать, что в этом ролике я проиграл больше всех смертей. А нет, у профита 40. Есть, я не на последнем месте, я на предпоследнем. Всё, профит, ты проиграл в этом ролике, а первое место занял у нас... Серега! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Угабуга, Форум, Гусанёк, Заварной Кофе, Пингвинус, Кирилл Геймер, Фуфло, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Всем здорово. Привет. У нас сегодня очень классный ролик и отличнейшее настроение, чтобы поубегать от мемов Nexbot. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Дима, а мы втроем уже на вышке. Я Пингвинус и Гусанёк. Да, вы уже там? Ой, да. Все, Санька уже нету. Нет. А, блин, собака Экс! Да я поддался, ну серьезно говорю, да, что это было поддаться. Есть тут намного, ребята, быстрее Nexbot'ы, но я их не ставлю, потому что нам тогда вообще будет очень сложно выживать. Так, иди вперед, расчищай путь и говори, правильно мы идем или нет. Иди, иди, не бойся. Там Амогусы там. Так, очень осторожно, очень осторожно. Амогусы, наверное, к ним побежали, а не к нам, да? Ой, ой, ребята, он за мной, помогите, помогите. О, я правильно бегу. Я правильно бегу. Блин, это очень страшно, что он сзади. Он сзади? Он сзади! Яламале! Ааа, тупик! Тупик! Ну, тоже я в этот раз тоже поддался. О, у нас еще, знаете, какой есть? Фредди. Дима, Дима, беги, Дима, беги. Он пошел. Че, хватит, нормально. Все четко. Карма. Опа, кто там стоит? Кто там у нас стоит? На тебе, Фредди. Нет. А, блин, вовремя отошел. Так, ну что, я пошел опять в лабиринт выживать. Все-таки надеюсь, я смогу Саня дойти. Мишка Фредди. Ой-ой-ой-ой-ой. А, помогите! А, да блин, они парами ходят и мочат. Да я в этот раз уже не поддавался. А, Фредди! Ё-моё! Ого, он откинул. Да жестко бьют вообще. А почему они все на спаун бегут? Потому что мы здесь выживаем, мы ж не то, что вы там закрысятничали и сидите. Отводите их от лабиринта, они как так. Когда мы сможем пробежать хоть немного в лабиринте. Они за мной постоянно бегут, вы что, сговорились? Я же вас зародил. Мишка Фредди сзади, Мишка Фредди. Блин, это так стрёмно, когда они вот это вот сзади постоянно прям бегут.
Так надо выучить этот лабиринт. Я его еще, кстати, не выучил. Тут другой лабиринт, он я уже тяжелый. Знаю. Дима, беги, Дима, беги, Дима. Тяжелый? Да, там этот лабиринт тяжелый. Там какая-то белобрысая крыса бежит. Интересно, они за мной, что ли, все бегут? Да, я вижу. Я эту белобрысую крысу вижу. Спасибо, что ты подсказал ей, где меня искать. А! Ёкала-манекала! Фух, блин, у меня руки аж дернулись так сильно. Чуть мышка не улетела в другую комнату. Вот это я именно испугался сильно. Дима, смотри, фуфлик. Я тебя запомнил, фуфлик. Я тебя знаю. Я запомнил лабиринт, я его знаю, он легкий. Где сложный? Он не сложный? Не сложный. Так, смотрите, вот я иду. Потом вот тут налево, прям вдоль лабиринта идешь. А, вот налево пошел. Да. Вот сюда надо вот идти, да-да-да, все правильно, я иду. Вот сюда, потом вот тут прямо. Тут легко ориентироваться. А, помогите, помогите, помогите! Да ну блин, да ой-ой-ой-ой-ой, вот это он прям ножичком зачиркал всех. Ребята, не забываем подписываться на канал и ставить лайкосики. Не забываем, каждый лайк это плюс один к настроению. Посмотрим, сколько людям этот ролик поднял настроение. Очень интересно будет посмотреть. Так, я слышу Балди, он постоянно вот это бьет указкой по руке себе. Фредди, я тебя обману. Ай, другой Фредди! Да вы чё, сговорились что ли? Не, ну это жестко, конечно. Вот это мне нравится такое выживание. Когда Ой, я его. О, фуфло, ну все. Пацаны, кто будет видеть фуфло, убивайте его сразу. А он меня еще с крыши стал. Все, мочите его. Это карма, потому что ты меня тоже скинул. Я тебя скинул? Нет, пингвинус. А ты что, перепутал меня с пингвинусом? Видимо. Нет. О, все. Он косой, походу. Вот за это, конечно, все. Это. А! Да господи, да дайте пройти! Ё-моё, я так когда-то инфаркт получу. Нам нужен план какой-то. Дима, убить фуфло? Конечно, мочите его, а чё бы и нет. Так, Дима, я уже за тебя. Ты так спрашиваешь, как будто я его вижу. Говорит, убить фуфло, да, а где он? Я уже иду. В принципе, я прорвался. Ура, наконец-то я вышел оттуда. Дима, я спрятался, все. Вы меня не найдете. Найдем. Где-то Амогус бежит. Да? Опа. За другой Амогус. Амогус, пацаны, ну что вы блокируете входы? Встали и стоят, вы чё? С мышки так смешно на это смотреть. Ну конечно, но зато мы интересно выживаем, а вы стоите на вышке, а мы четко играем. Я только залез. Дима, ты еще не передумал насчет щитов? Нет, конечно. Не-не. Я считаю, что надо играть честно. Эй, пингвинус. Пингвинус? Здорово, форум. Пингвинус. Че, он там прыгает? Допрыгивает до вас, не? Ну, так, если я сейчас добегу до вышки, они меня убьют, это будет очень жестко, это будет обидно. Дима, если что, извини. Дам себя в жертву. Саня, извини. Да, это я сам. Ой-ой-ой. Блин, беги! Там Фредди бежит за... Есть, я живой, я живой! Дима, пока. Вот это было жестко! Да. Есть! Есть! Я лезу наверх! Дима, ты что? Ой, зависла. А не, не зависла. Тю, я думал, игра зависла. Так, не мешай, не мешай. Ух, слава там богу. Там фуфло бежит, стреляем. Мочите фуфло, где он, подскажите. Он справа, возле стенки. Амогусы очень сильно любят, кажись. Мочите, мочите его. На, понюхай гранату. Ребята, я смог добежать. Смог. Да ну эти амогусы. А где он? Я его не вижу. Мы его убили? Нет. Да. Мы его не убили, он специально говорит да. Ну я вроде не увидел. Я не видел его убийства, да? Вот именно, он обманщик, он уже обегает. Так, надо, наверное, брать снайперку и со снайперки его мочить. Админский пистолет, админский пистолет. Фуфло, я тебе помогу. Фуфло, я тебе помогу. Я тебе не верю. Все, задание выполнено. Я бежал целый час сюда, и вы меня убили? Это угабуга. Я сейчас отомщу, Дим, не волнуйся. Дима, о, ты другой раз. Вот это вы зря. Ты второй раз. Ой, гусанёк, блин, да ну. Да я не хотел, я вижу кто-то по лестнице. Давай вместе туда будем идти, я тебя жду. Я думал, это фуфло. Где фуфло? Вот это не фуфло? Убил фуфло. Я ж дернулся, Дима. Фуфлик, я тебе помогу. Все, погнали в лабиринт. Дима, у тебя должна быть суперспособность лазания по стенам.
Не, ну я не буду его в этом ролике использовать. Кстати, надо будет в тех роликах поиспользовать. Он всех нагнул! Все, следующий ролик мы обязательно снимем что-нибудь с паутиной Человека-паука. Небольшую идею подал. Не, ну мы раньше записывались с ним, у меня много роликов есть с этим модом. О, я тень видел наверху. Все, сейчас я добегу, смотрите, вот сейчас я играю профессионально, очень четко играю. Просто не буду бежать быстро, чтобы меня за угла не успел, увидите? Дима. Ну ё-моё, тот что специально чекает там проход стоит, чтобы мы не выиграли. Вот реально, я же говорю, они там два или три единственных прохода смотрят. Ай! Вот начало, с самого начала. Дима, беги, я его отвожу. Бегите. Давай, отводи его. Давай. Ой-ой-ой, ты пожертвовал своей жизнью заради нас. Молодчик. Дима, он за нами. Он за нами, да? Пробегай, красиво, Дима. Красиво. Ну, кстати, он легко уходит. А бомбу заложил. О, кстати, это звук этот, с Counter-Strike. А, ты доложил ту бомбу, которую мы добавили этот, в коллекцию, да? Да. Я слышу Амогуса. Я тоже его слышу. Ё-моё. Дим, он за тобой, если что. Пацаны, помогите. Я вижу Диму. Помогите. Дима, я бегу. Я тебя спасаю. Там кто-то пашет, где агентами кидается. Иди вперёд. А! Дима. Да кто меня убил? Вы что, издеваетесь? Я со всей хотел. Душой к ним, а они... Я не хотел. Я тоже сейчас не захочу тебя забанить, но случайно получится. Не, ну пацаны, я же по-доброму к вам отношусь. Вот Фредди, говно! Да ну ё-моё, ну как выиграть? Я хотел еще добавлять, да не буду я добавлять больше. Это же столько будет вообще. Меня могут вообще конкретно. Ну, все. Дима, я это фуфло давно. Фредди пришел. Фредди? Я убил твоего убийцу. Понял. А кто там жал? А, я в гору уперся, тю. Все, я разозлился, я беру оружие. Все, они тут, да, все? Да. Они еще и бессмертные, кто? Да, их невозможно убить, кстати, вообще никак. О, вижу Диму. Да, я буду четко бежать без остановки, я выиграю, смотрите. А, да ну, это мучение какое-то и страдание. Это не здорово. Идемте за мной, пацаны. О, Дима. Ого. Это все фуфлик. Все, кто не успел, тот опоздал. Дима, все, я здесь, ура. А теперь можно добавлять еще больше, ребята. Сейчас будет жестко, сразу говорю. А могу сюда прыгивали сюда наверху или нет? Иди. Так. Смешанный банан. Роблокса. Еще Балди. Пингвинус. Что за камикадзе? Иди, пожалуйста. Ой, фуфло, ты что взял? Я там оставил их столько много. Так, пацаны, давайте все за мной. Дима, прыгай, Дима. Ого, а бунги еще. О, нет. А, я промахнулся. Пацаны, удаляйте порталы, чтобы не вылетел Гаррис Мод, он может вылететь. Бога, давай, иди. А, я промахнулся мимо лестницы. За мной вообще куча амогусов бежит. Ну что такое? Кто там? А что? Свиммимен. Ой. Спасибо. Я именно обращаюсь, я все четко делаю. Нельзя убить? Никак меня не убивает. На меня. Да ты меня! Ой-ой-ой, жестко там, конечно, расправляй. Я тебе что помогу. Там за взрыв? Ой! О, привет. Гасите его. Мы должны объединяться против NPC, они берут друг друга, мочат. Это кто? Да, это я случайно. Так, подожди, Дима, мне надо похилиться. Давай. Опа! Я упал! Меня скинули, я за это тоже всех расфигачу, кто меня скинул. Вот так вот, вы думаете... Я тоже упал, это не я. Дима. Это форум. Нет, я сам себя что ли скинул? Молодец, ты классно догадался. Ой, они зависли, я их ставил, они позависали. Так, давайте еще ставить. А давай. А Бунга пошел. Эй, Бунга, ну я ж тебя поставил, ну не убивай меня. Отца своего. Так, еще давайте, кого мы еще поставим? Дима, что-то там лагает. Ничего страшного. Потерпишь. Так, кого мы еще ставим? Роблокс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, ребята, я знаю, надо еще поставить оригинальный хабунг, который телепортируется. Дима, не надо. Ну что, ребята, вот это теперь мясо совсем жестко будет.
Дима, спасай меня. Дима, спасай. А я тебя не спасу, тебя спасет только смерть. Я бегу, я бегу. Ух, я уклонился. Да ну в этот раз не получилось. Нет. Молодец. А эта бомба как и там взрывается или по-другому? Не, по-другому. А ё-моё! Мы её раздефьюзили. Ребята, я буду тут на пятачке выживать, посмотрим. Так, проверим, сколько я продержусь. Вы где будете? Где ты будешь выживать, Дима? Вы тут, да, на пятачке, там респауны. А если я тебя убью, Дим? Ну вот тогда ты будешь очень плохим человеком. Спавни, кстати, лучше выживается. Я тогда знаешь, что сделаю? Я тебя буду физганом держать, а тебя будут постоянно убивать все. Нет, правильно. Лучше. Наоборот, хуже. Ты таки решил, да, меня помочь? Сейчас, подожди, подожди. Ой, ой. Там мне вкали. Нате вам. Красиво. Саня, ты чё, офигел? Я случайно. А тебя сейчас убью. Нет. Не надо. Под зад. А я хотел до башни кинуть и кинул в стенку, идиот. А я выжил. Серьезно? Я на башне был. Ой-ой-ой, ничего не вижу. А я в лабиринте. Я так вижу обунг. О. О, очистили, молодцы. Пожалуйста, Дима. Так, хорошо. У меня появилась одна идея тут такая. Она, в принципе, ничего. Да ну ё-моё, ж хотел взорвать ее сам. Я опять выжил. Мы живы. А как ты ее взорвал? Дима, очисти карту. Дима, хорошо! Прощайте, подлецы! Ба! Прям возле форума поставили. Так, ребята, для того, чтобы теперь определить, кто хуже всех играл в этом ролике и кто лучше, мы нажмем таб и проверим, у кого сколько смертей. Вот у меня, допустим, 35 смертей. Я, кстати, не так уж от... Я выиграл! Кирилл, а вот заварной кофе. Самое последнее место, а самый лучший выживальщик, это у нас кто оказался? Форум. А на втором месте? Саня. Гусанёк. Ну, Гусанёк, видишь, выживали. Не всегда тебе быть на первом месте. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Угабуга, Гусанёк, Форум, Профит, Абгай, Маквейт, Фуфло. Пацаны, скажите очень крутые слова. Привет. Всем привет. Скибиди, доп. Ой, всем привет. Всем здравствуйте, люди. Ребята, у нас сегодня очень классный ролик, потому что мы будем убегать от Скибиди Доп. Если тебе кушать приятного аппетита, а мы начинаем веселиться, угорать и поднимать вам настроение. Погнали. Так, все, пацаны, уходите, потому что я сейчас буду включать искусственный интеллект. Поставим для начала одного и посмотрим, как он будет нас гасить. Так, пошел. Он быстрый. Он очень быстрый. Да, нормально пузом, да, трясет? Ребята, если вам понравится этот ролик, обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Ой, пошел. Он очень быстрый. Мне кажется, он даже быстрее, чем Абунга, да? Да. Он очень такой, смотрите, как он прыгает. Давайте еще сразу лупанем одного. Опа-па. И третьего. Давайте три штучки для начала. Посмотрим, как мы повыживаем с ними. Ой, пошел, псих. Так, пока я смотрю, никто особо не умирает. Да. Не, все вначале поумирали. Да? Опа, слился. Ладно, боюсь, он меня убьет. Давайте посмотрим, как вообще он убивает. А че, когда он убивает, мы вверх подлетаем? Это нормально вообще? Или это фишка его он такая? Он животом бьет. А, он типа животом бьет, я понял. Чисто в стратосферу улетел. Да. Представьте, какой надо пуз заиметь, чтобы так лупашить. Сегодня этих пуз будет 100. Нормально. Да, я ставлю еще сразу, не, как бы не стесняясь, да, побольше их ставим. Ой-ой-ой, пошел. Так, а я постараюсь посмотреть, насколько у них высокий интеллект. И посмотрим, спрыгивают они с высоты или нет. Так, давайте сразу сюда зайдем и сейчас посмотрим. Бежит. Опа, упал. Да, Бунга, они, значит, NextBot, может, одинаково себя ведут или нет? Как вы думаете? Ну, могут быть это одинаковые, а могут это быстрые. Так, спрыгиваем. Ой-ой-ой, об кого-то ударился. Ого! Так, ставим еще побольше ставим. Ой, смотрите, догоняют. Кстати, я так понимаю, что только с Бенни-Хопа можно от них убегать. Так не убежишь, да? Да. О, так тогда надо нам гравитацию увеличить, чтобы особо не убегали, ребята. Сейчас мы сделаем очень классно. Смотрите, мы сделаем искусственный интеллект, отключим. И сейчас я уберу гравитацию. На 10 тысяч. Даже, скорее всего, не уберу, а добавлю ее на максимум, насколько это возможно. Так, гравитация. Чего не надо? Вот, мы добавляем здесь нолик.
Все, получается, у нас 10 тысяч. А ну проверяем. Да, все, прыгать, ребята, вообще невозможно. А вот теперь, погнали. Ого! Прыгать будем. Нифига себе, я просто максимально свалил. Они будут все равно прыгать высоко, или на них гравитация не действует, только на нас действует. Да. Так, я думаю, что даже теперь уже сколько? Их 6 штук, особо от него убегаешь. Смотрите, ну-ну-ну-ну, смог. Красавчик, нормально, да? Возможно убегать, я вижу. А ну-ка. А, да надо вот так вот просто петлять быстро. Опа, смотри, ох. А, получается, мы уже теперь не подлетаем, он просто нас придавливает к земле максимально. Так. Ой, извините, побежали сюда. Да? Понял. Да. А давайте проверим, сколько жизни отнимутся, когда я упаду вниз. Все равно 10 хп, да? Ага, да, понял. Нет, 10, да, надо, короче, ставить еще это реалистичный урон от падения. Тогда вообще будет жестко. Так. Чисто фаршем будем становиться. Так, да, вообще будет жесть просто. Че, включить или нет? Да нет. О, не надо? Ха-ха, это чего? Да че вы ссыть? Вот это я максимально быстро падаю. Солнце, оно не гонится. Да, их еще и убить невозможно, они все бессмертные. Так, давайте, реалистичный урон от падения. Включил, все. Фриза прыгать вообще. А давайте сейчас и проверим, сколько жизни. Вот у меня 80. Ой-ой-ой, сразу. Все, теперь вообще получается, даже нельзя падать вниз ни с какой высоты. Да. А представьте, если можно было высоко прыгать и умирать от прыжка. Ха-ха-ха, вот это было вообще бы круто очень. Опа, опа, ну давай, я тебя не боюсь. Опа-па, опа-па. Смотрите, вот это меня расколбасило. Не финта себе, вот это они крутецкие. Давай. Опа-па. Ребята, не забываем обязательно влупить лайкосик и подписаться. Дима, я один только два раза умер. Наверное, да, ты ж, наверное, читеришь, как всегда. О, давайте в воду поплывем. А столько гравитация плыть возможно? Возможно. А, меня убил. Кстати, я должен был, по идее, вообще тонуть с такой гравитацией, но я плаваю над водой, Дима, все равно. Я тону. Да? Да не, оно плавается, я ж проверял только что. Опа-па! Давай. Ой, блин! Мне кажется, даже нема смысла больше ставить, потому что они так, да, как-то гасят жестко вообще. Дима, когда я плыву, у меня это забирает. Давай. За мной, короче, гоняется аж 4 штуки. Ну что вы мне сделаете? Что? Давай. Хи-хи, прикольно. Кстати, должны были убить. Нет, не убивает. А, ладно, забирай свои слова назад, убиваю. Наказали, да. Ой. Так, я пока мисс тут похожу, подальше от них, постараюсь подольше повыживать. Дима, ты знаешь, что это, с нами записываешься ты и еще один Дима? Да? А что это, да, мой тезка? Дима Матюк? Понял, принял. Давай еще Дима. Еще добавлять? А, подожди, это не... Ай, блин, маленькая ж высота была. Я сразу крякнул. Хорошо, уговорил. Полетели. Танцуют все. Так, быстрее. Так, получается, теперь вообще нельзя откуда-то спрыгивать. Вот, чувак сразу умер. Вообще никак не спрыгнуть. Я буду тут со скелетосом стоять. Все, давай повыживаем здесь. А пацаны пусть попогибают там, а мы-то постоим здесь. Нет, а кто у нас тут? Профит, Уга-Буга, Обгай пришел. А пацаны, вон нормально убегают. Давайте возьмем камеру, поувеличиваем. Фоточка на память. О, это хорошо. Во-во-во-во. Ай, блин, я испугался. Вот это колбасит. Быстрее, надо бежать. Так, Дима, все отлично. За мной. А куда идти? За мной. Ой, да блин, да что ж ты не предупредил? Ну, ёкала, мене какала. Дима, так, знаешь, так, я буду в воде быстро плыть. Под водой вообще классно. Кстати, воздух-то не кончается. Дима, на дне это, надо по кругу ходить, они не смогут тебя поймать. Да? Хорошо, запомнил. Да. Все, я под водой. А тут нема никаких секретных ходов? Нету под водой. Не, есть один есть. О, смотрите, где я место нашел. Прикольно под водой, кстати. Так непривычно, такой все, знаете, звук такой глухой, ничего не слышно вообще. А мы выживаем под водой, от скибиди, доп. Вроде так оно там поется. Да. Так, сразу сюда. Быстрее. Не. Ой, чуть не упал, еще б чуть-чуть. Ой, я слышу, вон они там выплясывают, водяные челики. Ну, этот скибиди-доп вообще очень быстро стал популярным, просто мега популярный.
Ну да. Ого, их там. Ну да, так и ты... Смотри, как мой труп притягивает к земле, что я аж... Да. Да я знаю, что ты да. Тебя, иди наверх. А где ты? Ой-ой-ой-ой. Здание. Иду, иду. А если так не будем спрыгивать? Да, с низкой гравитацией, ребята, сложновато выживать вообще. Дима, я прилег полежать, ты не против? Полежи, отдыхай, чего ты? Ай. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, беги, 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 быстрее, 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 быстрее. А они сзади, быстрее. А ты что, внутри? Нет, я уже тут на спауне, вот я здесь. Ой, они прям рядом. Я сейчас попробую их обмануть. Смотрите! Ладно, то я им поддался на самом деле. Ну, сложно убежать, очень сложно. Эй, пацаны, помогите! Отвлеките их кто-то! Ну блин! Ух, их тут! Да-да, их нереально много. Они через потолок убивают. Так да. Дима, иди, сам, иди ко мне. А где ты? Будем жить. Я сверху, вот. Вот. Но. Красиво, красиво. Спускаюсь, бегу. Бегу со всей силы. Так, я вот сюда попробую побежать. Беги, Дима. Да бегу, бегу. Они за мной, что ли, все? Вы чё? Да-да-да-да. Отстаньте от меня. Так, сюда, быстрее, быстрее, быстрее. Все, оторвался, отлично. Пойдет. А если попробовать с этой гравитацией, если попробовать лазерный меч взять, можно будет прыгать или нет? Давайте проверим. Нет, нельзя. Вообще не прыгается? Ой, урон! Ай, сам себя убил, что я и говорил. Ай, вообще жесть. Дима, Дима, смотри, как я буду между ними кружить. Давай, 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 я посмотрю. Что-то у тебя, блин, там что-то не получается кружить. Вот это колбасит, ребята, смотрите. Ля их за мной. Вот это веселье. Еще больше ставить? Да, мало, очень мало. Да куда еще больше? Мы и так погибаем постоянно. Бесконечно при том. Нет, 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 я лучше буду сюда. А, я забыл, спрыгивать нельзя. Мне кажется, вообще жесть будет. Ай-яй-яй. Ух ты. Вот это меня колбасит. Да что со мной? Эй, успокойся. Все. Я знаю, где можно выживать. Где, где, где? Подскажи. Пошлите за мной. Отвали. Надо, чтобы он за тобой не бежал. Я тоже. А ты смотри, пристал ко мне. Отвали. О, я понял, как его обманывать. Он разгоняется резко. Ай-яй-яй, не получилось. Да я поддался на самом деле. Как всегда, когда сливаюсь. Да блин, это жесть. Да хватит, пацаны. Да что все толпой за мной гоняются? Куча пацанов играет. Что за мной постоянно? Вот, Дима, за мной беги. Вот я, вот я. Бегу, 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 бегу. Не хватает, конечно, высокого прыжка, чтобы это сделать. Так, я, видите, одного за собой погнал. О, я вот так встану. Ребята, они не смогут убить, смотрите. Ладно. Я думал, они будут в щель падать и все, и ничего мне не сделают. Ну, я им тоже в этот раз поддался, ну. Во, я попробую тут повыживать. Может, все-таки они сюда не придут? Не, не сюда. Не, я здесь повыживаю. Там слабое место. А че, хорошее место. Прекрасное. Он уже бежит туда. Нема никого, Против смотри. Игре. Никого нету вообще. Как это? Ребята, хорошее место нашел. Никто меня не убьет Нет. здесь. Видите, мимо прошел. Ай, быстрее, 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 быстрее. Все-таки нашли меня эти чили-пиздрики. Так, 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 сюда. За мной? За мной, за мной, за мной. Спрыгивать невозможно, просто, ну никак. Саня, а ты где? Так. О, я сейчас, короче, ребята, кое-что сделаю. Спасибо, Дима. О, гравитация. Спасибо. Все, теперь мы можем высоко прыгать. Красота! Ой-ой-ой, вот это они подкидывают. Мы больше начали умирать. Вообще класс. Тихо-тихо. Я спрятался в таком месте, где меня никогда не убьют. Да? Да. Во, я себя взрывом подкинул очень высоко. Только жизни мало осталось. Еще раз. Лазерный меч. Не, мне кажется, легко стало выживать, смотрите, когда высоко прыгаешь. Че-че? Выстрелы слышишь? Да, 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 это ты сам себя убиваешь? Да, естественно. Молодец. А, я туда, не туда прыгнул. Не туда, не туда, не туда, не туда. Вот это трындец.
Дима, а возьми лазерный меч, ты будешь суперменом. Да? Да. Спасибо за подсказку. А я лечу, 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 лечу. О, на крыше? А интересно, они могут на крышу допрыгивать или нет? Как вы думаете? Да. Могут, да? Да, нет. А, я убился! У нас же реалистичный урон от падения стоит. Ого, я прыгнул! Интересно, ребята, напишите в комментариях, долечу до этого, до крыши или нет. Нет, мне кажется, не долечу. Не долечу, не долечу. Долечу! Нет, не долечу. Эх, об угол ударился! Только не умереть, только... 4 хп осталось, 4. А я сейчас умру. Ну, блин, реалистичный урон от падения. А нет, живой. О, Маквайт, привет. Ура. Пацаны, привет. Смотри, как я красиво залетел. Ни финта себе, можем высоко прыгать. Ой. А, я сейчас умру, наверное, потому что реалистичный уже урон. Контрол зажми, контрол зажми. Да? У меня. О, спасибо, спасибо, что подсказал. Я забыл, что с контрол, а они тогда жизни не тратятся почему-то. Ой, я третьего лица остался. Они еще в прыжке. Так, попробуй сейчас туда же допрыгнуть. О, жизнь, жизнь. Как это не слышно? Слышно меня? А, смотрите, летим красиво, красиво летим. Вот это класс. Так. Не забудь контрол нажать. Да, я уже держу специально, чтобы не проиграть. Че, они до нас не допрыгивают, пацаны? Нет, допрыгивают высоко аж. Да, я сейчас вот сюда на балкон встану или на край этого. Мы просто слишком быстро бегаем, вот и все. Во-во-во, я сейчас встану вот так на краюшек, посмотрим. Они достанут, поверь. Не, они не достанут. Ах ты жопорской, ну смотри, что... А, вы против меня опять сговорились? Хорошо, хорошо. Я запомнил вас всех в лицо. Зря вы, пацаны, зря вы это затеяли. Дима, это о, не. Я буду мстить. Я буду мстить. Я за Диму. Дима, не. А! Ой, ракету поставил, блин. Дима, я удалю ее. Ликвидировать. Я удалю ее. Все, ракета. Нет, ликвидировать. Нет, ты не сможешь. Все, она летит туда. На... А! Я направил ее. Бум, ого, меня аж придавило. А это законно вообще? Наверное. Все, полетело, пацаны, прощайте. Они прыгают. А что написано, что профит убил, если это я? Да ну как-то странно просчитывается. Читы, читы, читы. А, наверное, кто ее дотронулся, да, того и, тот и убивает, типа. И это вообще далеко. Да, это очень странно. Тихо, тихо, тихо. Две ракеты, одна и вторая сразу. Бум! Опять по мне стреляете? Хорошо. Не-не-не, чё-чё-чё. А! Да что вы делаете? Вот так, значит. Хорошо, хорошо. Ну и все, все, все. Ах, вы зараза, да что вы ее трогаете? Эй, не трогай мою бомбу! Это моя бомба! Дима, не делай его. Да на! Ну бомба, взорвись! Ну! Ха-ха-ха! Вот сейчас будет угар! На! Я ее защищал! Вот еще, вот. На! На тебе еще! Ё, что на ней взорвал? Ты ее удалил, что ли? Эй, жесть! Я ее не активировал. Так, а где эти чили-пиздрики бегают? Вот, вот он сзади меня бежит. Догони, не догони. Смотрите, перепрыгну его по красоте. Ай, не нажал ту кнопку! Вот это личико красиво. Они на спавне стоят, убивают. Фулл кемпер. Присед. Нет, 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 нет. Тихо, ты вот это жесть. Три. А что, они живы? Давайте проверим, живые они или нет. Уже их убило? Кто сгорит с модом? Не, все работает. А, у меня запинговало сильно. У меня идет четко. Они живые, пацаны, или нет? Да, я вижу, убивают. Если вы хотите, чтобы мы еще поубегали от Скибиди Доп-Доп на другой карте, так ставьте лайкосик. Будет 3000 лайков, сразу запишем. Окей, всем привет, дорогие друзья. С вами Дима, Ситучка, Гусанек, Думыч, Профит, Пловик. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Ассаламу алейкум, братья. Всем присылай привет. Здравствуйте. Мы скачали новую карту, она очень прикольная и многоуровневая.
и будем убегать от Абунг. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас сегодня будет 100 Абунг и жесткое выживание. Погнали. Так, начнем с слабых, как всегда. Хотя тут слабых нету, тут все жесткие. Давайте сразу вот с таких вот начнем. Так, и надо сейчас отбежать подальше. И поставлю сейчас сразу 20-ку штук. Ну, несколько очередей поставлю. Так, он за мной до сих пор бежит? Нет, о, давайте в здание. Давайте проверим, как он будет по зданию бегать. Мальчики, бегите. А он не бегает по зданию. Он прыгает по зданию. Он прыгает по зданию? Ай, ё-моё! А я живой, я живой. Он может зайти. А он на меня заорился. Ставим еще. Он бегает за ними. Ой-ой-ой-ой-ой, я ж двоих друзей ставил. Кстати, можно подплыть под здание. Все, попадали, попадали Абунги. О, какая штука. Они не бегают, они поверху встали и стоят. Можно я в этот раз выиграю, как и в прошлый раз? Можно, можно. Так, сейчас я их поудаляю. Подождите, я очищу карту. Они что-то заглючили, нельзя их, короче, ставить. Надо ставить чисто на этой части. Так, погнали, вот так вот прям буду ставить. Так, Дима, только не читери. Я не буду. Ой, они все застряли. Как в прошлом. Дима, нельзя читерить, нельзя. Да, я же, видите, хочу сразу миллион штук поставить. Не получается. Ого, их там наставил. Они стоят просто. Не, падает, падает. Все, полетели. А нет. А чё? Некоторые бегают, некоторые стоят. А чё я так странно себя вижу? А, все, поехали. Надо мне возле них побегать, тогда начинают жестко атаковать. Так. Да? А я же специально так сделал. Сейчас я их поведу через всю карту. Ребята, досмотрите ролик до конца и не забываем поставить лайкосик и подписаться, потому что мы поставим 100 Абунг. Это будет очень-очень весело. Они опять стоят. Да? А как-то они странно себя на этой карте, да, ведут, пацаны? Да, очень. Ой, а чё вы так ведете себя странно? Да. Давайте разных поставим, может, все-таки немножко разные надо ставить. Они же дурачки. А, дурак, блин, я испугался, под ноги мне прыгнул. Чего ставим? Еще ставим. Все, все. Ребята, штук 60 уже поставил. Начинается веселье. Погнали, давайте всех загрим. Между ними я хотел пробежать, но что-то я очкую. О, я вижу, профит слился, хорош. В конце ролика, ребята, посмотрим через таб, у кого больше смертей. А у кого будет самое меньше смертей, тот будет лучшим игроком. Так, давайте возле этих пробежим, заагрим. Так, получается, возле них надо бегать, чтобы они агрились. Это очень странно. Ребята, карта новая, вышла только сегодня. О, еще Флоувик слился, это хорошо. Они тпхаются на этой карте, интересно, или нет? Нет. Нет? Давайте еще поставим, что-то мало. Поставил перед челиком и сам слился. Лошара! Так, хорошо, хорошо. Убежали мы еще. У меня же Димон их мало запинговало. Да не страшно, не бойся. Опа, челик стоит на ступеньках. Давайте... Ай, хотел проверить, смогу я пройти или нет, не смогу. Так, вижу, Флоувик хорошо прям сливается, отлично. Я иду в помещение, чтобы побольше повыживать. Давайте проверим, смогу я проскочить или нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Мамочка моя. Ох, как, блин, ноги аж поджимаю. А, видели? Через крышу прыгают. Надо подняться. Тут такой угол, кстати, в здании очень прикольный. Я буду сейчас на крыше стоять и смотреть, как пацаны сливаются. Это я люблю. О, все, я на самом верху. Мне интересно, допрыгнут они наверх или нет? О, я вижу еще кто-то наверху стоит. Так, давайте попробуем так с краешку подойти. А ну-ка, давай умирай, Димон, быстро. Не, я не буду, я не буду. Они не допрыгивают. Быстро. Ого, стекла бьют. А кто там стекла бьет? Они застают в этих стеклах. Ох ты что, там крышатся стекла все. Еще... А! Ё-моё, так же можно обосраться. Блин, ну жестко убили, вообще сильно. Я только до тебя добрался. Да, я сейчас к тебе опять приду. Только вот я не знаю, получится у меня или нет. Они прям забаррикадировали вход. Я их сейчас выведу. А тут два здания, да, всего? О, молодец, да, что убрал их. Так, я попытаюсь сейчас зайти на здание. Отлично. Надо нам какое-то выживание будет сделать с паутиной Человека-паука. Да. Только какое выживание? Потому что Абунги не очень-то хорошо будет до нас доставать. Да, можно просто засесть наверху карту, и они не допрыгнут. Угу. Мы что-то придумаем. Я наверху, а что, статую нельзя трогать? Так, а чё у меня физган стал зеленым? У меня никогда он не был зеленым, это очень странно.
тэпнулся, читак, я ненавижу его. Ух ты, ты тэпнулся, да? Так, да. Ребята, добавляем, давайте добиваем уже до 100 штук. Я думаю, что довольно-таки... Да ничего, издеваться, я стоял не на самом краю. Я как бы стоял, ну как бы. Так, идем наверх тогда. Ой, туда. Там есть ступеньки? Нет ступенек. Так, все-таки надо сейчас поставить 100 штук, я это сделаю. Они внутрь залезают теперь. В здание прям заходят? Да. О, пару штук это прикольно. Точно. Опа, ожил. Интересно, он догонит меня или нет? Ну, давайте проверим. Он не может по ступенькам ходить. Трахит. Класс. Так, добиваем до 100 штук. У нас даже, наверное, не 100 штук стоит, а больше. Давайте посмотрим. У нас стоит 101 абунга. Ставим. Парочку таких. Парочку таких. Ой, ребята, сейчас будет веселье, конечно. Они все тпхаются или некоторые не тпхаются? Как вы думаете? Они все тпхаются. Все, 101 абунга, ребят. Ух ты, не достал, не достал, а хотел. Ох, эй, эй, рядом, пацаны. А, зараза, запрыгнул. Представляете, смог запрыгнуть и убить меня. А я его запомнил, текстурку на лице. А, то статуя, ну ты игрок стоит, а то статуя. Чё, домовухи, слеповухи будем кидать? Так, да, следующее убегание, когда мы сделаем, реально будем делать так, чтобы догонял человек, и слеповухи будем использовать. Было бы классно, если бы NPC, да, можно было бы ослеплять? Вообще было, мне кажется, очень эпично. Но это нельзя сделать, я не знаю, где ты постоянно бегаешь. Ай, блин, прям поцеловался с ним. Так, у кого больше смертей? Что, у меня что? А, нет, не у меня. Славика. Чё-то имя похоже на Славика, ну то ладно. Так, пацаны, а вы где вообще все зашкерились? Я никого не вижу, нас же шестеро. Да там кто-то в здании, возможно, подшкерился. Ах, вы негодяюшкины. Ай, блин, ну ёкало-манекало. Так, и что делать? Я хочу в здание зайти теперь. А они не дают этого сделать. Опа-опа, вышел, вышел из здания. Теперь у меня есть шанс зайти наверх. Так, отлично. Главное не застаиваться на пороге, потому что они через крышу могут убивать. Так, отличненько. Приближаемся. Так. Ну что, пацаны, я на крыше. А чё, я не могу убить? Эй! Да я ж хоть... Блин, надо было прицелиться лучше. Да я поддался тебе. Ай, блин, он за мной бежит. Короче, начинается угар. Мы начинаем мочить. Те, кто застаивается, буду мочить, пацаны. Ну хорош. Уходите. Нет, не выйти. Чё там, нормально? Попал? Попал? Ну давай, базук. Есть. Не попал, да? А там, наверное, никого нету на крыше, я так понимаю, да? А не, раз они там трутся, значит есть. А! Заразы такие, а? За темочку. О, привет. Ай, ну блин, ну ё-моё! Где мой арбалетус? Хорош! Случайно это как-то стрелял на дурака и попал. Так, все-таки они по ступенькам поднимаются, вижу. А что труп лежит, не возрождается тут никто? Так. Никого не вижу из пацанов. Эй, а что, интернет? Не, интернет не пропал. Ай-яй-яй! Не, мы здесь просто все в АФК встали. А че вы такие? Я люблю такого ФК вставать. 50. Давай, 150, уговорил. Ровно 150. Полетели. Давайте ставим... О, хорошо, хорошо. Так. Всё, уже... Нет, вот окажется тебе. На самом деле они хорошо бегают. Ой, надеюсь, у меня, ребята, горисмот не вылетит. А, они прям за мной. Я буду бежать еще. Все.
150 штук, ребята, поставил. Это рекорд, кстати, для наших роликов. 150 штук я еще не ставил. Дима, ты когда пытался меня убить, у меня остался 1 хп. Да? Мне чуть-чуть не хватило? Да. Совсем чуть-чуть. Ну, блин, обидно. Ого, они на расстоянии убивают. Серьезно? Вроде нет. Но меня на сильном убило расстояние. Да? Ну, это я их запрограммировал так. Так, оружие. Эй, убирай свои программирования. Не буду убирать программированное. Ох ты, блин, они так рядом прыгают, кажется, что сейчас допрыгнут. Ух, их там внутри. Все, много? Ребята, вообще жестко устроили. Так, короче, ай, я хотел спрыгнуть. Все, сейчас я буду выживать, внизу бегать. Все, побежали чисто внизу выживания. Сколько я продержусь, давайте. Засекаем, напишите, ребята, в комментариях, сколько минут я смогу продержаться внизу. Я думаю, что пару минут продержусь точно. Посмотрите, как хитро обходит меня. Отлично, отлично. Опа-па, опа-па. Ну тут я уже реально не поддавался. Они прям жестко меня окружили. Ух, Димас, ты что-то догоняешь нашего тоже по убийству. Че там, на крыше никого не было? Да конечно, вы же зашкерились, аж там внизу выживаю, видите, профессионально. Ой. И не боюсь их, смотрите. Я вообще не боюсь обунг. Что они могут сделать? Ну подумаешь, 150 штук. Что? Что? И ничего не может, смотри. Вот это их толпа. А ничего не можете, да? Че ты мне сделаешь? Че? А? Не можете ничего сделать? А я бегаю с задним... Получил, короче, подсрачник. Блин, жестко убил со спины. Надо, значит, смотреть и вперед, ой, и назад. Ой, сейчас Дима проиграет. Да не, я вообще выиграю. А че вы не умираете никто? Карту обновишь, да? Жестко, жестко. Ух, прям из угла убил. Там на крыше никого нету? Мне кажется, что на крыше кто-то стоит там, не? Ух ты, смотри, какой хитрый, стоял, ждал меня. Ух, их тут прыгает. Да, они высоко прыгают, реально. Эти некс-боты вообще жесточайшие. 150 абунг. Ставил бы больше, но вот на грани того, что вылетит. Вот прям чувствуется. Дима, я себе открыл проход. Нет, теперь ты уже не сможешь пройти. Эй, ты дурак, убить? Что ли? Ай, блин, он меня убил. Ну ты хитрый, да надо было меня не отвлекать. Ну что ты делаешь? Ой, он за мной пошел. Ого, их тут... Их вообще жестко. Все, все, пацанов не буду убивать, буду стараться выжить. Ну просто нереальное количество. Ну что вы, мужики? Я попробую зайти в здание. Ага, они заполонили там все. Не дают мне никак пройти. О, давайте под здание заплывем, мы же можем? Ах ты! Да, для них это тоже не проблема, заплыть под здание. Они еще плавают лучше, чем я. Ну если ты посмотришь на противоположное здание, я вон прыгаю. А, я вижу, да. О, кто это делает? Это и тучка вроде бы. Эй, и туля лучка. Ого, базука рядом пролетела возле башки. Зря, зря. Ух ты, между ног пролетела. Смотри, я не попал. Ай, блин, Абунга залез. Он не залез, он тпхнулся ко мне, представляете? Стоять! Ух ты! Ай-яй-яй! О, Брун. О, Брун меня убил. Ого! Он прям попался. Это жесть. Так, заполонили реально всю карту. Они через стены пролазят. Короче, если будет у меня новая видеокарта, можно будет ставить 300 штук. Вот это будет вообще трэш. Мне интересно, вообще можно будет хоть чуть-чуть выжить, когда будет 300 штук? И мы будем в 3 FPS записывать. Ого, йо-йо, я передумал. Да нет, там, короче, я залез на крышу. Да блин, или меня убивают игроки, или абунгоксы. И игроки, и абунги. Ну да. Чуть того, чуть-чуть того. Ой, меня сзади. Так, хорошо. Ты мой физган. Так, я придумал кое-что. Нет! А это не мощно, это не бомба, это ракета.
где ракета? Да, там небольшая ракета я запустил, она маленькая. Ты дурак, что ли, стрелять? Че, не убил? Не, вообще не достало. А, вот так, значит, да, вы со мной? Я к ним со всей душой. А они... Ой, я что-то Димаса догоняю. Во-во-во-во-во, вот это получше уже пошла, надеюсь, догонит. А чё, у меня 7 хп всего? Ну-ка! Есть! А чё, Думчу убил, а не я, думал, я поубивал. А, да, но это... Очень странно, да, засчитывает как-то? Хорошо, давайте Гренвич. О, на, попей. Это жесть. Было бы классно, если бы еще бунги умирали. Вообще не достало. Так, сколько я раз умер? 29? Я что, больше всех умер? А нет, Хловик все-таки. О, кто-то мне лекает. О, спасибо, кто-то мне выдает жизни. Ах ты, ты чё, где по мне? Вы? Эй, да кто тут-то? На тебе, я сейчас умру вместе с тобой. Не, я передумал умирать, надо валить. Да тут кто-то невидимый ходит, ножичка меня чикает. Кто здесь? Невидимка, выходи. Так, 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 стопэ. Есть, вижу, вижу, вижу. А кто это у нас тут? Гусаня, когда ты был невидимый? Ах да. Ты! Ты что делаешь? Я к тебе со всей душой! Ну я думал, ты это будешь меня скинуть. Не, я хочу тебе гранату кинуть под ноги. Телепортируется, это просто жесть. Саму петарду уже засунуть. Че, не попадаешь, что ли? Есть, отлично! Так, я понял, короче, открытая жесткая война у нас, да? Дима что-то не умирает. Ой, это уже всех убьет. Нет, это не убьет, меня нет. Я живой, смотрите. А что у нас слабая такая, или это карта большая? Нет, тебе взорвали. Бомбочку. Вот, смотрите. Так кто здесь? Кто здесь? What is the name? Ты кто? Выходи! Вы чё делаете? А, вот так ты хочешь меня убить, да? Вместе умрем тогда. На! Блин, а кто ты невидимый был? Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока. Как всегда.